Вообще, по правде говоря, я не хотел ехать. Мы вообще дальше Дубровки никуда не ездили. Культовая комедия «Бриллиантовая рука», постановщиком которой стал Леонид Гайдай, впервые вышла на экраны в 1969 году. Лента стремительно завоевала любовь зрителей и была разобрана на цитаты, которые живы в народе и в 2023 году. К сожалению, не все артисты, задействованные в съемках картины, дожили до нашего времени. В роли старшего экономиста Семен Семеновича Горбункова, доверчивого и положительного гражданина, снимался Юрий Никулин. Народный артист запомнился публике по цирковым выступлениям, ролям в кино и работе на телевидении. Его творческий дебют на цирковом манеже состоялся в 1948 году, а сниматься в кино Никулин стал с 1958 года, когда ему было 36 лет. В фильмографии Юрия Владимировича больше 30 ролей. Зрителям запомнились его разнохарактерные персонажи в фильмах «Совершенно серьезно», «Старики-разбойники», «Когда деревья были большими». В 1993-1997 годах был ведущим программы «Белый попугай». В возрасте 60 лет Никулин перестал выступать в цирке, заняв должность главного режиссера, а позже директора и художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре. Умер Юрий Никулин в августе 1997 года, когда ему было 75 лет. Причиной смерти знаменитого артиста стали осложнения после перенесенной операции на сердце. У Юрия Владимировича остались жена Татьяна Никулина, сын Максим, трое внуков. Помощника шефа по прозвищу Лёлик сыграл Анатолий Папанов. Фразы этого персонажа, адресованные Геше, ушли в народ и стали афоризмами. Публика знает артиста и как талантливого театрального педагога и режиссера. Первую роль в кино Папанов сыграл в 1937. Ему поначалу предлагали сниматься только в эпизодах, но позже появились и серьезные предложения. Анатолий Папанов играл в таких картинах, как «Человек ниоткуда», «Приходите завтра», «Берегись автомобиля». Кроме того, актер занимался озвучиванием мультфильмов. Его голосом говорит свыше 100 персонажей, среди которых наибольшую славу ему принес «Волк» из многосерийной ленты «Ну погоди». Артист был женат на однокурснице Надежде Каратаевой. В семье родилась дочь Елена, также связавшая свою судьбу с театром. Умер Анатолий Дмитриевич в августе 1987 на 65-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ и трагическое стечение обстоятельств. Самочувствие знаменитости ухудшилось во время приема душа, однако он был один в квартире и не мог позвать на помощь. В образе обаятельного контрабандиста Геннадия Петровича Казадоева по прозвищу Геша появился Андрей Миронов. С детства будущая знаменитость отличалась живым характером. Товарищи по школе признавались, что Миронов с юных лет был на позиции неформального лидера в классе. Увлечение театром появилось в подростковом возрасте, а первая попытка сняться в кино состоялась еще в 11 лет, однако окончилась неудачей. Режиссеру не понравилось, что юный актер проявил самостоятельность и надел под костюм рубашку, нарушив его требования. Позже Миронов снимался в таких фильмах, как «3+2», «Соломенная шляпа», «Достояние республики». Актера фильма «Бриллиантовая рука» не стало в возрасте 46 лет. Андрей Александрович умер в августе 1987 года. Причиной смерти стал разрыв аневризмы, спровоцировавший кровоизлияние в мозг. Трагедия произошла на гастролях во время выступления в театре. Двое суток медики боролись за жизнь пациента, однако Миронов умер, не приходя в сознание. Артист был дважды женат. Первая супруга Екатерина Градова родила мужу дочь Марию. В браке с Ларисой Голубкиной Миронов воспитывал падчерицу Марию Голубкину. Сотрудника милиции Михаила Ивановича сыграл Станислав Чекан. В подростковом возрасте Станислав оказался в детской трудовой колонии, участвовал в самодеятельности, позже был направлен для поступления в ремесленное училище. Однако парень отправился в Ростов-на-Дону
и решил поступать в театральное, проучившись там с 1938 по 1941. В военные годы участвовал в боях, после тяжелого ранения оставался актером фронтового театра. Дебют Чекана в кино состоялся в 1946 году. Станислав Юлианович снимался в таких картинах, как «Борец и клоун», «Непридуманная история», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Станислав Чекан был дважды женат, во втором браке родился сын Сергей. Погиб в 2005 году, подаривший отцу внучку Полину в 1991 году, также ставшую актрисой. Станислав Чекан ушел из жизни в 72 года. Причина смерти киноартиста стала лейкемия. Бдительного управдома Варвару Сергеевну Плющ сыграла Нонна Мордюкова. Стать актрисой девушка мечтала еще в школьные годы, после того, как увидела картину «Богдан Хмельницкий» и написала письмо актеру Николаю Мордвинову. Поступать во ВГИК Нонна решила в 1945 году по совету школьного товарища Сергея Бондарчука. Первую роль в кино Мордюкова сыграла еще в студенчестве, в 1948-м снявшись в ленте «Молодая гвардия». Также актриса запомнилась зрителям по ролям в картинах «Чужая родня», «Женитьба Бальзаминова», «Журавушка» и других. В 1980-х стала все реже появляться в кино, а после распада Советского Союза практически перестала сниматься, так как предлагаемые роли и сюжеты ей были не по душе. Нонна Викторовна была дважды замужем за актером Вячеславом Тихоновым и Владимиром Сашальским. От первого брака родился сын Владимир Тихонов, который умер в 1990 году. Прославленная артистка ушла из жизни, когда ей было 82 года, в июле 2008 года. Накануне трагедии знаменитость госпитализировали в реанимацию, но несмотря на улучшение состояния, ее сердце вскоре навсегда остановилось. Актер фильма «Бриллиантовая рука» Владимир Гуляев появился в эпизодической роли милиционера Володи, таксиста и брата-близнеца Володи. В военные годы будущий актер служил на фронте в рядах ВВС летчиком-штурмовиком. Пережил несколько ранений и контузий, из-за чего был вынужден комиссоваться из армии. После победы Гуляев стал студентом в ГИКа, здесь же встретил свою жену Риму Шорохову. Однако брак был недолгим, вскоре супруги развелись. Владимир Леонидович служил в театре-студии киноактера с 1951 по 1988 годы. Параллельно снимался в кино, однако играл преимущественно второстепенные и эпизодические роли. Владимир Гуляев умер в ноябре 1997, когда ему было 73 года. В роли лифтерши-дворничихи Марии Николаевны снималась актриса Евгения Мельникова. Она училась в государственном техникуме кинематографии. Работала актриса на студии Мосфильма. С 1941 по 1991 служила в театре-студии киноактера. Популярность пришла к исполнительнице после съемок в картине «Летчики», где ей досталась роль ученицы летной школы Гали Быстровой. Будучи беременной, Мельникова отказалась сниматься в комедии «Девушка с характером», несмотря на приглашения и уговоры режиссера и то, что сценарий писали специально под нее. Публика запомнила актрису по ролям в лентах «Школа мужества», «До свидания, мальчики», «Дело было в Пенькове» и других. Евгения Константиновна умерла в Москве в возрасте 92 лет в сентябре 2001 года. Ведущую показа мод сыграла Серафима Холина. Актерский факультет в ГИКа она окончила в 1949 году. Будучи студенткой, познакомилась с будущим мужем Олегом Голубицким, с которым прожила всю жизнь. После выпуска из института и до пенсии работала на киностудии «Мосфильм» и в театре-студии киноактера. Дебют в кино состоялся в 1950-м. Всего в творческом списке исполнительницы не так много ролей. Серафима Холина снималась в эпизодах лент
вихре враждебный, жених с того света, Иван Бровкин на целине, однако имя исполнительницы чаще всего не указывалось в титрах. Роль в комедии Гайдая стала одной из самых запомнившихся публики. Актриса фильма «Бриллиантовая рука» Серафима Холина скончалась в апреле 2021 на 98-м году жизни. Роль шефа в «Бриллиантовой руке» сыграл Николай Романов. Родился он 16 февраля 1908 года. Спустя всего 5 лет не стало его отца, и забота Николая легла на мать, которая работала кассиром. Примечательно, что происхождение артиста до сих пор не ясно. По одной информации он имел дворянские корни, а по другой – крестьянские. Как бы то ни было, а приходилось Романовым нелегко. На юные годы Николая пришлись Первая мировая война и две революции. В 1925-м будущая звезда окончила семилетку и поступила в киношколу. После выпуска Романова взяли в штат киностудии «Межрабкомфильм». И он сразу же приступил к работе. Первые свои роли Николай сыграл в немых фильмах, а потом появился в первом в СССР звуковом кино «Путевка в жизнь» режиссера Николая Эка. Можно только предполагать, какую блестящую карьеру мог бы построить Романов, если бы. В 1932 году Николая Яковлевича арестовали по анонимному доносу. В чем конкретно обвиняли артиста, сейчас уже неизвестно, однако его приговорили к 5 годам тюремного заключения. Свой срок Романов отбывал в лагере при строительстве Беломорканала. И снова можно только гадать, сколько раз артист мог там погибнуть. Но вопреки всему, Николай Яковлевич не только выжил, но еще и нашел возможность продолжать играть даже во время заключения. К слову, пока Романов выступал в лагерном театре, на широкие экраны вышел фильм с его участием «Дезертир». В 1935 году Николая Яковлевича досрочно освободили, однако отсидевшему артисту было запрещено проживать в крупных городах. Так началось многолетнее странствие артиста по провинции. Долгожданный переезд в столицу случился только в 1961. «Бриллиантовая рука» прославила Романова на весь СССР. Однако на момент выхода фильма ему уже было 60 лет. Причем добрую половину из них артист провел в таких условиях, что это не могло не сказаться на его здоровье. Последние годы жизни Николая Романова выдались непростыми. У него развилась болезнь Альцгеймера, которая, к сожалению, не лечится. Умер 10 сентября 1991 года в возрасте 83 лет. Нина Гребешкова, актриса советского и российского кино и театра. Артистку называют королевой эпизода, но есть в ее послужном списке и несколько главных ролей. Нина Гребешкова прожила в браке с Леонидом Гайдаем более 40 лет. Личная жизнь актрисы и кинорежиссера сложилась счастливо. Молодые люди познакомились во ВГИКе. Леонид сразу заметил маленькую хохотушку, но не думал, что Нина станет его женой. Гайдай был старше Гребешковой на 8 лет, прошел войну, был ранен в ногу. Страстью Леонида в то время было кино, но в актрисе, молодого режиссера, покорили искренность и простота, и неиссякаемый оптимизм. Однажды Гребешкова сделала замечание Леониду Гайдаю по поводу грязной рубашки. Мужчина, тронутый такой заботой, признался девушке в любви. Нина шутливо сказала: «Большая разница в росте, плохо будем смотреться вместе». Но вскоре пара расписалась. В единственной дочери Оксане Гайдай души не чаял. Оксана сделала профессиональную карьеру в банковской сфере. И позже родилась у Гайдая внучка Ольга, которая стала экономистом. Сейчас Нине Гребешковой 92 года. Леонид Каневский. Ему сейчас 84 года. Женат с 1975 года на дочери знаменитого артиста штепселя Ефима Березина, Анне Ефимовне Березиной. Супруга – филолог и переводчик, знает несколько иностранных языков – английский, польский, чешский, иврит.
дочь Наталья Леонидовна Каневская, выпускница театрального факультета Тель-Авивского университета, художник по костюмам. Зять Идо Натиф, преподаватель иврита, искусствовед. Внучка Амалия Натиф, которая родилась в 2018 году, ей уже 11 лет. Георгий Шпигель. Женат не был, детей не имел, умер 28 апреля 1981 года на 67-м году жизни в Москве. Похоронен в Москве на Веденском кладбище, участок 30. Последняя роль в фильме Эльдара Рязанова «О бедном гусаре. Замолвите слово». Там он сыграл суфлера провинциального театра. Николай Трофимов. В кино играл в основном небольшие роли, но в их числе были и такие запоминающиеся, как капитан Тушин в «Войне и мире» Бондарчука и полковник милиции в «Бриллиантовой руке» Гайдая. Толстый волк в картине про красную шапочку. Колхозник Иван Африканыч в фильме «Африканыч». Дважды был женат. От второго брака родилась дочь Наталья. Скончался в ночь на 7 ноября 2005 года на 86-м году жизни в Александровской больнице Санкт-Петербурга от последствий инсульта. Похоронен 14 ноября на Литераторских мостках Волковского кладбища. Светлана Светличная. Ей сейчас 83 года. Она была дважды замужем. Первый муж Владимир Сергеевич Ивашов, актер, умер в 1995 году. Сын Алексей Владимирович Ивашов, работает стоматологом, женат. Есть внучка Мария, тоже стоматолог. И правнук Владимир Ивашов. Второй муж – бард, поэт, художник Сергей Иванович Смирнов-Сокольский, с которым актриса была в браке 27 дней. Дочка Семена Семеновича Горбункова. Милую белокурую девочку, которую мы знаем по имени, сыграла 4-летняя Саша Лисютина. Юную актрису нашли в одной из детских театральных студий, которые работали при Дворцах пионеров. Вместе со своим экранным братиком она появляется в фильме несколько раз. Всем зрителям Саша запомнилась фразой, выданной в микрофон журналиста. Нет, я никуда не еду. Мы провожаем папу! Вот только зрители слышат голос не самой девочки, а блестящей актрисы Клары Румяновой, голосом которой говорит «Заяц из «Ну, погоди». Гайдай специально пригласил ее для более выразительного озвучивания. Александра Лисютина родилась 1 октября 1963 года, и ее роль в фильме «Бриллиантовая рука» была единственной в кино. Она выросла, окончила Московский медицинский стоматологический институт и много лет проработала стоматологом в городской поликлинике. Рано утром 25 апреля 2011 года тело Александры Борисовны было обнаружено под окнами Боткинской больницы. Она проходила курс лечения у психиатра, и наиболее убедительной версией ее падения из окна восьмого этажа стал добровольный уход из жизни. Ей исполнилось только 47 лет. Своей семьи у нее не было. Сын Семена Семеновича Горбункова. В семье главного героя оба ребенка с белокурыми волосами. Сын по имени Максим, который появляется во всех тех же сценах, что и младшая сестренка, сыграл юный актер Митя Николаев, которому было 8 лет. Работа в «Бриллиантовой руке» была не первой в карьере. За 2 года до этого он снялся также в маленькой эпизодической роли в картине «Крылья». Несмотря на то, что первые две работы были совсем без слов и каких-либо запоминающихся образов, Митя смог закрепиться в кинематографе и появился еще в 3 известных детских подростковых фильмах. «Шаг с крыши», главная роль Витьки Параманова, «Это мы не проходили», розыгрыш. Родился 3 марта 1960 года. Окончив школу, решил связать себя с театром, но поступал не на актерский факультет, а на режиссерский. Работал постановщиком в московских и провинциальных театрах, ставил радио и телевизионные спектакли. Дмитрий Александрович женат, супруги воспитали 3 детей.
мальчик, идущий по воде. Он же, как указано в сценарии, мальчик с рыболовным сачком. В отличие от экранных детей, Семен Семеновича, исполнителя этой роли Гайдай в титрах не указал. Поэтому многие зрители даже не догадывались, что мальчика спасшего Гешу Казадоева с острова и получившего за это смачный пинок сыграл единственный сын Юрия Никулина, Максим, которому на момент съемок было 11,5 лет. Кстати, в фильме можно увидеть и супругу Юрия Владимировича, актрису Татьяну Никулину. Она сыграла гида, показывающего Стамбул руссо-туристам. Максим спокойно нагнулся с очком и внезапно получил сильный пинок. Он упал в воду, нахлебался воды и смог только обиженно воскликнуть: «Что же вы, дядя Андрей?» Семья Никулина еще раз вместе соберется на экране в известном детском фильме «Точка, точка, запятая» 1972 года. Но больше Максим в кино не снимался. Максим Юрьевич родился 15 ноября 1956 года, окончил факультет журналистики МГУ, много лет работал в газетах и на телевидении. В 90-е пришел на работу к своему отцу, руководившему цирком на Цветном бульваре. После смерти Юрия Никулина в 1997 году Максим возглавил цирк. Был трижды женат. Оба его сына работают под руководством отца.